1 апреля – скорбная дата для приднестровцев. 25 лет назад, в день, когда мир отмечал праздник смеха, в Бендерах произошла трагедия. Ранним утром 1 апреля 1992 года БТРы, ворвавшиеся в город со стороны села Протигайловки, учинили кровавую расправу. Погибли сотрудники милиции, гвардейцы, ополченцы. Под обстрел попал автобус с рабочими хлопкопредельной фабрики, которые возвращались со смены. На месте расстрела бендерчан на улице Ечина, названной в честь погибшего капитана милиции, стоит часовня. Каждый год здесь собираются соратники павших, а также их родные и близкие. Мемориальные мероприятия по традиции начинаются в 6 часов утра. Как раз в это время, 25 лет назад, произошла эта кровавая расправа. На гранитной плите горящие свечи, красные гвоздики и поминальная стопка. Чуть позже к часовне прибудут официальные лица и горожане. Но сейчас, в предрассветной тишине, собравшиеся в своих мыслях один на один с павшими друзьями. Диверсия, совершенная 1 апреля, стала одной из самых кровавых в череде подобных акций, проведенных молдавским ОПОНом весной 1992 года. По традиции, мемориальные мероприятия, посвященные скорбной для каждого приднестровца дате, прошли и у здания Бендерского УВД, где установлен памятник сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей. К его подножию бендерские милиционеры возложили цветы. Затем торжественным маршем прошли по городу к месту трагедии на улице Ечина.